такой традиционный ход, заявка по победу, когда ты ставишь против центра. Ну что, куда мы не ставим? Себе в угол подсказывают, нужен не нужен. Нет. Так, нолик. Крестик у нас идет сюда. И нолик идет сюда. Ну, с подсказки, естественно, нашей публики. Олег побеждает, друзья мои. Защищаем поле, наше поле. Вот этот папа очень просто. Где этот маленький мальчик? Папа, тащите его. Оставим, да, возможность первыми ходить. Вы согласны со мной? Чем будете ходить, друзья мои? Чем будете ходить? Ноликами или крестиками? Ноликами, да? Ну давай! Первый ход от команды друзей. Нолик по центру. Так. Папа с сыном ставят крестик. В левый нижний угол. И тут же рядом с ним ставится нолик. И смотрим, друзья мои. Папа несет торжественно, ставит крестик на следующую точку. Еще один нолик. Ну какая-то, да, стратегия у команды друзей не очень четкая. А вот у команды отца и сына стратегия как-то половчее, мне кажется. Сюда, ставь! Еще один пуфик. Дайте скорее еще один пуфик. Один пуфик ставится и... Да, победа! Отлично, женщина. А это вот уже потасовка. Я вынужден вас дисквалифицировать. Мы сегодня вас привяжем к воздушному шару и запустим в небо за такое грубое нарушение. Побеждает команда отца и сына в первом соревновании, друзья мои. Отлично. Ну что, продолжаем. Да, давайте еще разок попробуем. 1-0 пока в вашу пользу. Давай. Радио 1.
Сделано в Тольятти. Друзья, этот прекрасный салют в честь родной, любимой и самой народной радиостанции «Август». Ура! Вас не слышно! Смотри, луна зеленая. Это не луна, это воздушный шар. А мы сможем туда попасть? Обязательно попадем. Здорово. Я ее так долго ждал. Я таких чудес на свете не видал и не встречал. И теперь нам друг от друга не уплыть и не уйти. Я сегодня улетаю вверх по Млечному пути. Наше август, лето на луне. «Август», вы были с нами. Мы надеемся, что впредь мы будем встречаться на волне 102.3 FM. Вас не слышно? Будем слушать радио «Август». Так что до встречи на волне, а всем пожелаем прекрасного продолжения вечера. И мы не прощаемся, говорим вам до свидания. По секрету, друзья, сейчас на набережной будут запускаться китайские шарики. Флешмоб! Все куда!